Сегодня 13 июля. Время сейчас 2:10. Сейчас я собираюсь уезжать по делам. Нужно будет съездить пофоткаться, потом документы заполнить. Ну, это, конечно, не я все буду делать. Это фирма одна сама, она занимается этими делами. Она приезжает, сама забирает, туда отвозит, заполняет документы, что нужно, вот они все сами делают. Вот. Я только там как бы должна стоять, фотографироваться и свои документы должна предоставить. Это вот ЗАГС, потом контракт дома. То, что мы здесь снимаем жилье, вот паспорт, вот, и, конечно, визу. Вот эти все документы нужны для ID-карт. Это ID-карт, это внутренний паспорт. Вот, сделаем это сегодня. Муж на работе, я одна сама поеду. Вот, погода вообще пасмурная, дождь идет, неохота никуда выходить. Ну, придется сегодня. Хорошо, что машина до дома приезжает, отвозит, привозит. Поэтому не нужно никуда ходить, ездить далеко. Но зонтик я возьму, все уже приготовила. Вот, 3 часа я уеду. Не знаю, до скольки будет это все. Покушала, все готово. Муж позвонит, когда они приедут, и я пойду. Пока жду машину. Все съездила, теперь сказали, через 3-4 недели будет готово. Мы в Чонсан ездили, вот там. Сначала, конечно, вот сюда, в Думпо приехали, заехали в Думпо, там документы оформили, сфоткали меня здесь, а потом уже в Чонсан поехали. Вот. Фотографию, кстати, тоже сделали. Все обошлось 10 тысяч. 10 тысяч, вон. Или 100 тысяч. 100 тысяч, оказывается, да. 60 тысяч там пошлина. 35 тысяч услуга, что ли. Вот так вот мне объяснили. Вот. И получилось 95 тысяч, оказывается. 95 тысяч ушло все на этом. Сказали, будет 3, через 3-4 недели готово. Вот. Сейчас время без 10:05. Теперь муж придет на этот. На ужин хочу приготовить картошку. Сейчас буду готовить картошку жареную.